Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Анастасия Попова. О событиях из жизни университета и мира расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Казанский университет отмечает день рождения. Во дворе главного здания Казанского университета установили бронзовую скульптуру, посвященную ученому коту. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров поздравил университет с днем рождения. 18 ноября ВУЗ празднует свое 216-летие. К поздравлениям присоединились и студенты КФУ. Завершилось празднование торжественным фейерверком и праздничным тортом. В свою очередь ректор подметил достижения, которые ВУЗ достиг за один год, а также пожелал усердной работы университету в дальнейшем. Я желаю вам удачи, не болеть и всегда быть друг с другом, и всегда быть открытым в университете и достойным университета. Не бойтесь ничего, не бойтесь ничего, и все у вас тогда будет нормально. Не останавливайтесь никогда на полпути. Поздравили со знаменательной датой и сотрудников ВУЗа на традиционном утреннем рабочем совещании. Смотрим. В окружении экспонатов, хранящих в себе более чем 200-летнюю историю Казанского университета, собрались сотрудники вуза, чтобы поздравить друг друга с праздником. В честь 216-летия Казанского университета традиционная утренняя рабочая встреча прошла в стенах Музея истории вуза. Поздравил сотрудников ректор университета Ильшат Гафуров. Университет сегодня — это не просто учебное учреждение, это большой научный хаб. И, в принципе, его даже можно рассматривать как большой холдинг, поскольку в составе университета работают и школы, и собственная большая клиника. И сегодня у нас практически по многим направлениям созданы так называемые площадки трансфера технологий. На встрече обсудили приоритетные направления деятельности университета, подвели итоги за последние 10 лет. В частности, говорили и о работе вуза в период пандемии, которая не ограничилась организацией дистанционной учебы. Если говорить о больших, как бы, успехах, то мы достаточно быстро сориентировались на повестку сегодняшнего дня и перестроили, по сути, работу всей клиники на проблемы, которые связаны с COVID-19. В то же время создали у себя, это единственный, кстати, из университетов классических, который в своем составе создал COVID-госпиталь. И сегодня мы оказываем необходимые услуги населению. В связи с эпидемиологической обстановкой часть сотрудников присутствовала на встрече в онлайн-формате, а те, кто пришел очно, соблюдали социальную дистанцию. Также на мероприятии за значительные заслуги в сфере образования сотрудникам вручили ведомственные награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Татарстан. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В Казанском университете теперь есть свой собственный кот. Он с очками и в конфедератке. Скульптуру установили в главном здании. На открытии побывал наш корреспондент. На территории Казанского университета существует множество памятников, мемориальных табличек и других исторических объектов. Теперь вот к их числу добавился еще один. В университете существует традиция в честь дня рождения делать самим себе подарки. В этот раз руководство сделало такой шуточный презент, поместив во двор главного здания кота, ученого. А в этом году, в какой-то степени шуточный подарок, сейчас мы откроем, это персонаж из общеизвестного произведения Александра Сергеевича Пушкина. И на улице Баумана находится казанский кот или кот казанский, то у нас будет кот-ученый. Скульптуру установили у входа во двор главного здания. По словам ректора, это отличное место, так как многие прохожие, как студенты, так и работники вуза, могут увидеть эту скульптуру. Как пошутил ректор, скульптура поможет студентам сдавать экзамены и сессию, а также ученому совету проводить свои заседания. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Существует ли свобода слова в интернете? На этот вопрос дискутировал студенческий клуб Казанского университета «Политсковородка». Как это прошло, смотрите в следующем сюжете. Сегодня, после перерыва, который связан с самоизоляцией, проходит заседание студенческого дискуссионного клуба «Политсковородка», который уже на протяжении 9 лет существует в Казанском университете. Сегодняшний формат – круглый стол. Открытая дискуссия с приглашением экспертов и специалистов по сегодняшнему вопросу. Существует ли свобода в интернете? Мы
все ежедневно находимся под давлением большого количества информации, и каждый обычный пользователь очень много времени проводит в интернете в течение дня. И, естественно, проблема свободы выражения мнений и свободы слова, безусловно, очень-очень важна. Политсковородка – это открытая свободная трибуна, где студенты и эксперты высказывают разные точки зрения. Это площадка для гражданского развития студентов, где они чувствуют свою сопричастность к острым проблемам, например, о том, как нужно вести себя в интернете. Я считаю, что свобода слова обязательно нужна, но другое дело, насколько мы в России готовы к тому, чтобы эта свобода слова была. Потому что, на мой взгляд, свободу слова нужно начинать с того, что родители должны грамотно воспитывать своих детей, объясняя им, что такое свобода слова, и что свобода слова, как и свобода в принципе, каждого человека заканчивается там, где начинается свобода слова другого человека. Приглашенными гостями были депутаты Казанской Госдумы, блогеры и, конечно же, студенты Казанского университета. Студенты уже могут с разных сторон каждый аспект подать. Я очень доволен, поэтому что сегодня был для меня, вот как для человека, в том числе много занимающегося работой в социальной медиа, это очень интересное сегодня мероприятие. Из-за всех событий, связанных с коронавирусом, стало сложнее устраивать регулярные встречи студенческого клуба. Но несмотря на это, при соблюдении дистанции и масочного режима встреча состоялась. И вот мы сегодня смотрим друг другу в глаза, высказываем свои точки зрения, мнения. Вот, и сковородка кипит и бурлит, как любая сковородка, которая должна кипеть и бурлить. Валерия Кожевникова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Какое будущее ждет современные медиа? Как медиа-среда устроена сейчас? Заменит ли искусственный интеллект творческие профессии? Эти вопросы обсуждались на онлайн-лекции в Казанском университете. Подробнее смотрите далее. Современный мир сложно представить без медиа. Люди каждый день через социальные сети, телевизор, газеты и журналы потребляют контент. Поэтому неудивительно, что в рамках научно-популярного проекта «Про науку» в Казанском федеральном университете прошла онлайн-лекция Григория Бакунова о новых типах медиа, проблемах и вызовах. Одной из тем стало обсуждение того, как сейчас работает механизм подбора интересной для нас информации. Вам действительно по большей части дают послушать ту музыку, которая вам точно понравится. Но раз в какой-то промежуток времени, скажем, 3-4 раза в день, вам подсовывают музыку, которая совсем не похожа на то, что вы слушаете, зачастую какую-то совершенно случайную композицию. Это открывает для тебя целый новый пласт музыки. Также обсудили интересный феномен нашего времени. Он заключается в том, что люди до 25 лет не испытывают тревоги от того, что через социальные сети или историю поиска за ними могут следить. В современном мире у нас нет больше privacy. Мы больше о нем не думаем. То есть на самом деле мы живем всегда, как будто бы все время на нас кто-то смотрит. Это довольно сильное изменение в голове человека. Оно крайне интересное и очень интересно сказывается и на техническом уровне, и на технологическом уровне тоже. Появляется огромное количество сервисов, которые базируются на идее, что за вами постоянно следят, и вы окей с этим. Также Григорий Бакунов рассказал о том, что уже сейчас искусственный интеллект может сгенерировать любой текст для журналистов. Это будущее того старого формата, который назывался книга. Еще совсем недавно нам казалось, что задача создания такого качества текстов совершенно нереальна. При этом вот что важно понимать. Алгоритм, который работает в основе всей этой системы, он ни слова не понимает в том, что пишет. Но мы не можем отличить этот текст от текста, написанного живым среднестатистическим автором. Поднималась также тема рекламы. Люди научились ее игнорировать, и, соответственно, здесь тоже приходится применять новые методики для привлечения внимания. Если в рекламном ролике показываются живые люди, которые выполняют какие-то действия, то достаточно на этого живого человека натянуть знакомое вам лицо. Причем желательно знакомое, которое вы встречали лично в реальной жизни. И вовлеченность в эти ролики возрастает многократно и, что самое интересное, не уходит со временем. Студенты Казанского университета отметили значимость данной лекции не только для журналистов, но и для обычных людей. Мы с утра просыпаемся, первым делом заходим в ВКонтакте, Инстаграм, на Ютуб и должны понимать, по каким правилам вообще сеть отбирает для нас ту информацию, которая будет для нас интересна. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!